Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Motorola Moto J41 изменить обои. Для начала открываем настройки. Затем переходим в раздел экран. Обои. Можем выбрать одни из живых обоев, но для этого нам сначала нужно скачать их с интернета. Можем выбрать одни из предустановленных, сохраненных на устройстве обоев, но у нас есть только одни на выбор. И также можем выбрать любую другую картинку, которую можем скачать с интернета или сделать фотку при помощи нашей камеры. Выбираем данную картинку, здесь можем настроить, как изображение будет выглядеть, и затем нажимаем «Принять». Затем выбираем, на какой экран мы хотим его поставить. На главный экран, на заблокированный экран или же на оба экрана. И как видите, обои поменялись. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.